Так, ну что, девчоночки, а вот и рецепт. Сейчас будем готовить кабачки золотые. Кабачки. Так, нам надо посуду такую побольше взять, противень. У меня есть такой. Может, если не хватит, то в два противня. Сразу же два противня поставлю в духовку, и все быстро приготовится. Так, что нам понадобится? Значит, тут, наверное, больше килограмма, да, если на 128 рублей вышли. Два кабачка, таких крупненьких. Полкило я взяла фарша. И взяла, значит, к фаршу у меня будет чеснок. Ну, еще туда добавлю всяких специй. Вот. Солюшкой чуть-чуть сбодрю фаршик, чтобы был сочнее. Вот. И мы с вами будем вот делать что. Делаем следующее. Сейчас моем кабачки и их очищаем от кожуры. Так, очищаем. У меня ножик. Он так хорошо режет. Сколько ему уже лет, а он все никак не затупится. В принципе, и не надо тупиться. Хороший ножик. Все. Следующее, значит, мы нарезаем так средние толщины, ну не знаю, 3 сантиметра, наверное, где-то так, чтобы они у нас пропеклись. Вот. Нарезали. И сейчас убираем сердцевину. В общем, убираем семечки. Вот делаем такие колечки. Колечки делаем. Так, следующее. Кабачок мы порезали. Сейчас мы приступим к фаршу. Фарш этот у меня уже проверенный. Уже многие долгие годы. Я уже знаю, что он хороший, нормальный. Так, фарш. Чеснок, перец, как обычно, в моем репертуаре. Так, головку возьму. Почистила чеснок, сейчас натру его, наш фаршик. Кто-то любит лук. Лук даже еще сочнее получается. Но я люблю чеснок. Я прям вот его обожаю. Хотя с моим гайморитом его много нельзя. А вот все равно, как знаете, как некоторые говорят, я не могу без сладкого. Точно так же я не могу без чеснока. Насчет сладкого я вообще равнодушно перебьюсь. Я как-то к нему нормально к сладкому отношусь. А вот к углеводам и к чесноку я просто его боготворю. Сам запах. Же и то меня пьянит. Так, чеснок нарезала, добавляю специи, немного соль. Я чуть-чуть так добавлю. Так, у меня итальянские травы. Вот. Есть кавказские травы, итальянские травы. Кстати, очень хорошая штука. Ну и перец молотый. Как же без него? Можно еще добавить, кстати, паприку копченую. Тоже очень будет вкусно. Специй столько много, что можете давать любые. Лишь бы в них не было соли. Так как соль мы уже добавили с вами. Все, сейчас все перемешиваю. И будем кабачки выкладывать на противень. Все, давайте выкладывать наши кабачочки. Так. Если еще не хватит места, то еще возьмем один противень. Так вот лучше. Так. Ой. И так. Так. И выкладываем фарш.
это самые такие диетические блюда, которые нам, ох, как необходимо, когда мы с вами худеем. Так, а сейчас ставим духовку на 180 градусов. Я думаю, минут на 25-30 будет нормально. Еще одну партию сделаю и вниз поставлю. Так, тут я уже нарезала потолще, чтобы место много не занимало. А то у меня противень столько нет, только два. Так, ну что, 500 грамм вообще хватило на ура. Сюда тебя запихну. Все. Ура! Тютелька в тютельку прям. Отлично. Отлично. Все. Сейчас поставлю готовить. Потом будем уже с вами смотреть. Все, девчули, готово. Готовченка. О, какая вкуснятина. Прям, ай, пальчики оближу. Как вкуснятина. Всех приглашаю на обед. Девчонки, приходите с удовольствием. Поедим, пообщаемся вместе. Обсудим все наши с вами проблемы, которые всегда решаем. Не забывайте об этом. Вот такая красота у меня получилась. Можно добавить чуть-чуть сметанки. Для вкуса можно добавить, допустим, каких-нибудь углеводов еще, вот, если желаете. Ну, в общем, вкуснятина. Можно такое еще есть и на ужин, без проблем. Всем приятного аппетита, доброго дня, хорошего настроения и солнышко вам в окно. Всем пока-пока!